Жены олигархов, просто мне это все неинтересно. Вы хорошо знаете этот типаж. Я не очень хорошо с ними знакома. Я практически с ними не знакома. Я черпаю информацию, наверное, как и все, из документальных каких-то фильмов про них. Собственно говоря. Они вам заочно противны, наверное. Они мне не то, что противны, просто не. Вы знаете, этот вопрос на самом деле мне буквально там позавчера задали. Я ответила, что. И мы стали выяснять, что нет ни одной жены олигарха, которая бы стала хорошей певицей, хорошей артисткой, хорошей художницей, я не знаю, хорошим дизайнером там. Ну, возьмем, если творческие какие-то профессии, то есть ни одной, и чтобы вот выдающийся такая личность, человек, чтобы что-то сделал в своей жизни, какое-то дело, и заодно она была бы женой олигарха.